В Якутске начался отопительный сезон. 5 школ и 5 детских садов уже подключили к теплу. В течение дня отопление планируется запустить во всех образовательных и дошкольных учреждениях города, а также больницах. Об этом сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Садовников. Якутская ТЭЦ готова к запуску тепла в жилые дома. Все теплосети переведены в режим циркуляции. Специалисты ежедневно следят за гидравлическим режимом и настройкой приборов автоматического регулирования. Как только реестр социальных объектов и жилых домов будет предоставлен Якутской ТЭЦ, подача тепла начнется в штатном режиме.